Этот мир был расколот волной тайной энергии. Ветры магии превратились в мельницы. Книга судьбы отвлекла меня, чтобы выяснить почему. Это привело меня к далекой крепости, покрытой кровью. Там была битва. Хотя прошло уже много времени, духи все еще оставались в тени сломанного портала. Тропа закончилась. Именно здесь Том беседовал с мертвыми. Они рассказывали об Эрсёне, боге-медведе, о Крисе Льве, затерянном во тьме. Благородный принц отважился спасти его, но он сбился с пути и был развращен хаосом. Спаситель стал палачом. Единственный выстрел, связанный верой, покинутый, пронзил сердце Урсена. И голый бог взревел. Прилив, который разрушил мир. Духи, где сейчас лежит Урсан? Он здесь, на севере. Учитель в царстве душ. Он жив, ранен и умирает. Какая тьма? Демон тьма. Я знал, кто заковал медведя Белу в кандалы. Только дурак бросит вызов Белакору. И все же для силы умирающего бога нет большей награды. Простая капля крови Урсума разрушила бы мое проклятие, положив конец моему рабству этой проклятой книге, свободной извлекать выгоду из ее секретов. Но Урсан заперт в кузнице душ, глубоко в царстве хаоса, и я не могу войти в это кошмарное царство. Все корни были запечатаны водоворотом. Должен же быть способ помочь. Раскрывает заклинание, чтобы вызвать портал. Хочешь обойти водоворот и создать дверь в хаос. За знание нужно торговаться. Мне нужен союзник, тот, кто искушен силой бога-медведя и может противостоять ужасам внутри. Нация в трауре. Ложные новости дошли до меня. Они считают, что Урсу уже мертв. Мое предложение потребует деликатного подхода. Я говорю правду. Твой бог не умер. Он лежит в царстве хаоса, пленник повелителя теней. Это не ложь. За одну каплю крови Урсума я могу помочь тебе спасти его. Выбирай свои последние слова мудро, старик, для своей родословной. Ты и медведь одно целое. Посмотри сквозь свое горе и следуй свое сердце, Господь. Сын жив. Он говорит правду. Он говорит правду. Помолчи. Мы потеряли самое ценное. Многие говорят, что я виноват в том, что у меня больше нет права сидеть на этом троне. Вот я и стою. Я стою со своим народом, со всеми вами.
И если до этого дойдет, я умру вместе со своим народом. Мы были ослеплены горем. Орсон жив, и пока он борется, чтобы перевести дух, мы боремся за него, за Орсона, за Кейса. Слева для Орсона, для Кейса слева. Его левая марширует на север в ад. У ледяной могилы самого славного лидера Кислева я нашел того, кого ищу. Машина из Кислева. Нет такой цены, которую он не заплатил бы, чтобы спасти нас. И со смертью царя Борисбергера у него одного достаточно веры, чтобы совершить это чудо. Это милость, что ты не можешь быть свидетелем опустошения поцелуя любви. У нас забрали твоего сына. Я вижу это в видениях. Возможность действовать и в одиночку. И все же вместо поклонения царица забавляется с морозной магией. Квартальная интрига. Прости меня, дитя мое, но твоя дочь подводит тебя. Гибель приходит за Кингсли. Тень, которая следует за мной, показывает тебя. Я знаю, где умирает человек, и я могу отвести тебя к нему. Ложь не спасет тебя, ученик темных богов, послушай меня. Моя книга открывает путь к его смерти. Я покажу тебе путь к одной капле, всего одной божественной крови. Ересь видна и связана. Это освободит меня от проклятия, посланного хаоса. Это сделает меня чистым. И твоя вера спасет твоего Бога. Принеси свою книгу. Родина терпит, чего бы это ни стоило. Могила самого славного лидера Келлиха. Если бы царь Борис не дремал во льду, он мог бы защитить Урсулу. Как низко пала родина без тебя, Мазар, как у нас отняли Бога. Я вижу, что это предвещает приближение его смерти. И все же твоя полноправная дочь увлекается политическими играми. Если бы только ты был здесь, ты мог бы спасти или сказать, что этого не может быть. Я сохраню веру. Его поцелуй. Любовь умирает на прощание. Его фанатизм ослепляет его надеждой, оглушая криком из холодной пустоты. Но я слышу тебя, Бонни, если твой дух пробудится в час нужды Крайслера, позволь мне отвести тебя к Урсё за одну каплю его божественной крови, справедливую цену за спасение Родины. Ты получишь свою божественную кровь, или скоро будешь спасен. Урсон shall be saved. Новое зло входит в мир. Возрожденный принц Кизлифа. Принц тьмы, чемпион хаоса. Боги. Кислев would fall.
Встань передо мной на колени. Перед решкой ты думаешь, что слишком мал для такого могущественного. Ты забыл, что я убил медведицу. Зачем останавливаться и целовать меня, когда ты можешь подарить хаос миру? Больше не искажай это слово. Подожди. Ты лежишь раненый и умираешь от своей руки, но живой. Тень все еще держит его. Заплатишь за свое предательство. Бог несет в себе силу. Это твое, так что бери. В царство хаоса нельзя войти. Никто не может пересечь мышеловку, я могу. Я отведу тебя обратно в кузницу душ. Все, что мне нужно, это одна капля крови Урсулы. Заканчивай работу, которую ты начал. Могучий убийца богов, убийца богов, убийца миров. Сила этого человека принадлежит мне. Гранд-кафе. Огромная империя на востоке, управляемая могущественными существами, драконами, которые могут обитать в человеческом облике. Ты глубоко ошибаешься. Нас не интересует простая Божья сила. Меня не интересует сила, которую можно использовать против сил хаоса. Я Яой, штормовой дракон, старше самих богов. Older than the gods themselves. Ты здесь для великой цели. You are here for a greater purpose. Эта карта показывает энергию всех вещей. Здесь должна быть гармония, но мир неуравновешен. Моя младшая сестра Шунзу, несущая свет и надежду. Она отважилась выйти за пределы северокорейских гор, но заблудилась. Без нее, без ее света царит тьма, и у ее семьи нет утешения. Хотя я и чувствую твою потерю, книга судьбы не дает никакого представления о местонахождении твоей сестры. Урса знает, что он был свидетелем ее судьбы, тогда почему он не говорит тебе? Железный дракон. Между драконами и богами существует недоверие. Если мы спасем нас, он скажет нам, как найти Шана. Позволь мне служить тебе, могучий дракон. Я скоро смогу с ней связаться. Приведи тебя к нему, пока не стало слишком поздно для одной капли его крови. Твоя судьба — вести нас. Армии Кафе должны вырваться из водоворота и отправиться в хаос. Равновесие в мире будет восстановлено, когда тебе вернут Шензу. Зазубренные скалы и огненные реки. Здесь я нашел величайшего из всех кровожадных. Кости всего, что ходило или ползало, усеяли его зеркало. Шрам, клеймо, ярость и порез. У меня было всего мгновение, чтобы изложить свою точку зрения, время, которое потребовалось, чтобы заточить его смертоносные клинки. Демон потратил тысячелетия на сбор черепов, чтобы заслужить прощение своего хозяина, бога хаоса. Кукуруза.
Череп медведицы снискал бы его благосклонность. Ты знаешь Амазон. Одолжение. Ничего, мой новый брат. Я всего лишь слуга, но готов помочь твоей боли. Я чувствую исходящий от тебя запах магии, правитель. Я займу твое место. Зачем брать мой, когда ты можешь получить череп бога? Позволь мне провести тебя через водоворот туда, где Белогард заключает медведя в тюрьму. Возьми его череп. Все, чего я хочу, это капля крови медведицы. Сохрани свой череп. Отдай мне медведя. Один череп для трона. Остальное я заберу сам. Обиталище Кугуара на дереве виселица, отец эпидемий, нет лучшего напитка, мастер Фаг и Оспы. Описать убожество жалкой канализации невозможно. Я рисковал самой своей плотью, чтобы бояться, что Кагат сочтет меня всего лишь еще одним образцом для своих гротескных экспериментов. Прежде чем гниль поглотила меня, я предложил кое-что получше. Пелагор заключил в тюрьму бога Ислама. О, как восхитительно! Если Белла Го нанесет удар, для меня будет много канат. Сам Ник лежит при смерти, смертельно раненый, кузница душ. Умирающий бог — лучший труп, из которого можно сварить чум. Шкатулка бога. Могучий кугуар. Шкатулка бога. Зачем ты искушаешь меня, человек-халк, но я не могу добраться до кузницы душ? Водоворот мешает мне. Я могу дотянуться до него и отвести тебя к умирающему медведю. И почему ты сделал этого маленького бессмертного за одну каплю крови Урсена? Это мои ноги. Кровь для тебя, тело для меня. Именно во дворце руин я нашел на Кари хранителя тайн. Его логово излишеств не было местом для смертных. С каждым шагом оно шептало обещание всего, чего я желаю. Как и другие до меня, моя душа жаждала попасть в ловушку, но я знал, что если я уступлю здесь, он будет владеть мной вечно. Я быстро сделал свои откровения, прежде чем мои чувства уступили. И все же на Кари нашел историю Белокора и Урсула Тайса. Это был секрет, который он уже хранил. Когда мой разум затуманился, я сделал последний гамбит. Я бы провел его через мельничный водоворот к смертному адру медведя. Медведь заманчив. Печаль умирающего бога. Твое сокровище, которым нужно дорожить. Сокровище, которым нужно дорожить. Я хочу это. Ты отдашь это мне? Одна капля крови медведицы — это мой вор. Стреляй в меня хорошо, и твое желание покинет меня, и я получу твою душу. Посеребренная башня, убежище Кероса Ткача Судьбы, самого могущественного из всех демонических колдунов.
Я нашел великого фокусника, который искал заклинание, чтобы пройти через водоворот, но его писец тщетно прочесал каждую книгу. Я рассказал ему о человеке, которого держали в плену в кузнице душ, но он отверг мою мудрость. Мы, конечно, уже знаем. Заговор для того, чтобы увидеть прошлое, а я вижу будущее. Но ты слеп к настоящему. Ты не видел водоворот и не можешь расшифровать путь через него. Книга судеб душ. Ответ – заклинание, которое мы ищем. Убей его, брат. Возьми это. Только я могу им пользоваться. Этот том связан с моей душой. Мы можем его снять. Нет, пусть он послужит нам за одну каплю хорошей крови. Я это предвидел. Посмотри на глаза медведицы. Используй их силу, чтобы соединить настоящее. Взгляд Бога. Прошлое, настоящее и будущее. Мы все увидим. Пир людоедов в честь великого тирана. У них свирепые аппетиты. Я, должно быть, устал. Время вышло, волшебник. Нет, выстави его на улицу. Подожди, подожди. Неисчислимую силу можно получить от умирающего бога. Сила. Людоеды берут то, что хотят. Какая еще сила нам нужна на этом пути? Пожалуйста, подожди. Бог несправедлив. Ты не можешь это проглотить. Успокой медведя, говоришь ты. Звучит вкусно. Заткнись, и ты встретишься с Богом. Плоти достаточно для тебя, твоих воинов и твоего Бога, чтобы создать больше. Теперь я чувствую это по запаху. Жареные божьи ребрышки — это праздник, как никакой другой. Ты не медитант. Что тебе от этого будет? Моя книга открывает путь к его смертному одру. Я покажу тебе путь за одну каплю божественной крови Урсула. Одна капля, остальное достанется людоедам. Вот в чем дело.